получается. Отменяю. Одесса, зустрічай. Вот мы остановились, уже покушали. И нас отдыхаем, масло залили, да? Да, подлили чуть-чуть. Стеклышки вытираем, потому что это капец какой-то был. Ужас. А сейчас вообще идеалочка. Это кладбище, мошкары засними. Ага. Мошечки. Красоточка. Все, отправляемся. Отправление с первой колеи. Едем, едем, едем. Уже заправились, бензин, газ добавили. Этими заправками, да ну их нахер, эти мошки. Это самое тупое заправка, на которое мы заправили. На Волге, конечно, мы потратили очень много времени. Что вот наш поворот. Прямо там. Поворот на курортное. Да? Да. Нет, по прямой, да? Да? А, да. Помнишь, Рой? Да. Приехали! Ю-ху! Вы счастливы? Вы счастливы? Ждем этих или нет? Ура! Уже едем на Монатика. У нас тут своя собственная атмосферка. Человек, который очень сильно любит Монатика. Как? Собственная атмосферка. Жопа, что с лицом? Куда мы летим? Мы приехали, чтобы распахнуться, поехали домой. То, что можем. Что ты хочешь, Сань? Что, я? Я хочу, ну, оторваться, как минимум. Почувствовать порваться. Себя человеком, который... Идем будет... уже по парку Шевченко. Который не будет... На Черноморец стадион. Смотри, какие плавочки. Плавочки прикольные, Шевченко. Просто человек, который отказывал себе год и копил на машину, уже может немножко оторваться. Ну, порваться, я считаю. Пацаны, что по атмосфере? Мы табуреты, которые я сижу за компом. Что? Пивасик Саня заслуживает. По самочувствию поросло. Почему не подросло? Поросло. Не, это провокация, на это больше не я понял. Не хочет. Заходим на концертик. И... Димон, сделай. Не, Рой делай. Давай, да, давай. Давай. Покажи, покажи. Может, пойдем на сектор? Что ты можешь сказать? Как тебе по атмосферке? Мне нравится, очень круто. Ну, я считаю, по атмосферке должно именно разносить, разносить. Очень много людей собралось уже. Такая движуха, кстати. Якась цікава штука происходить. Та все, сворачивай камеру, іди домой. Сняв? Все. Гриша, сняв? Все, виходи. Можна виходити. Пару слов для русского радио. Олег, пожалуйста. Чувак, это все, нет, это уже не половина. Обіжай. Наших телеекранов. Сьогодні. Ми готові денсити. Чоловік, которого, который знімає. Зробив. Yeah.
давай создадим ритм. Все постави здесь, давай создадим ритм, ведь здесь все сердца открыты. Каждый Бухай, бухай. Все сердца открыты. Каждый Бухай. И вот там мы должны вас тоже видеть. Давай еще все. Бухай, душа свободная. Офигенно порвали. Просто вообще. Этот видеоблог подходит к концу. Сейчас ничего не видно, потому что здесь очень темно в парке. Все, достаточно того, что Катя даже офигела. Офигенный вообще. Катя. А ты что? Сливки шоу. Гениальное окончание. Я вся промокла. Долго шли и пришли к пляжику. Какая красота. Да? А ну идем туда, подойдем. Видишь, тут много людей, а мы еще туда пойдем, там будет да? Еще меньше. Пришлось не споткнуться. Хорошо. Лететь далеко. Дошли мы до нашего невероятно красивого пляжа в курортном. Катя, он плавает. Тут я такой. Красота. Чао, бомбино. Ждем парней, они за сэндвичами там пошли. Но с ними я еще сниму материалы, конечно же. Сейчас пойду чуть-чуть охладиться к Кате, наверное. We'll be right back.
видеозъемка. Зараз я буду прыгать на камеру. Я знаю. Ми будемо зніматися на відеомонтаж. Группа поддержки. Где ваши помпоны? Я не могу понять. Давай. Можно мы дадим 200 гривен и сюда полетим? Подождите. Дима, не спеши, пожалуйста. Давай, Димон, покажи. Подожди, вот это спеть надо. Ты скажи, подожди, стой. Это же нереально. Не, не вижу. Я не вижу, давай я. Очки? Ну, было близко, мужик. А что не бутыль? Ну, рядышком. Вась, що з прицелом, Димон? Єбой! Рахунок відкрито, 1-0. Гаррі Кейн 1-0. 2-0, Гаррі Кейн! Ми просто відвлекаємо на нього. Да ні, все нормально. О, єбой! Реально, мабуть, вытащити грушку з автомата. Согласен. Утішительний приз для мальчика. Давай зайчика, зайчика давай. Вон, видишь, как тебя одобряют. О, медведь, ой, тоже прикольно тоже. Спасибо. А ну, спасибо большое. Сними, сними. Вот, Катя поимела медведя, получается. Так, смотри, теперь он у меня здесь. О, вот это приколдес, я понимаю. Прикольно. Достойно, достойное место для медведя. Всем спасибо, все свободны.
мальчики собрались, организовались и поехали в аквапарк. Ну, как бы так. Да. Но девочки нет, тоже, ладно. Ну да. Дело. Вот мы уже в аквапарке. Мы покупались, на горках покатались, такие счастливые все. Я вообще на трех горках съездила. Чуть не вписалась, но меня хватило. Я победила. Это видеоблог. Вот. Мы уже на обед сейчас будем идти. Ой. Я еще сниму бассейн там тоже. Сидим на чиле. На чиле. Мальчик сидит с волосатым сосочком. Посмотри, Вася, как у него подмышки отделяются, понял? Белые и красные. Отделяются. Мало меньше зарел. Я вообще красный или не красный, или я просто коричневый? Ммм, вкусненько. Сидим, балдеем за столиком. Заказали себе по бургеру с картошечкой, по кваску. Я знаю, кому вечером вот этот вот перчик в боку выйдет. Да, или выйдет. Или выйдет. А ну? Что ты делаешь? А вот здесь. Какой сперчик. Один. Бургер под съёлочкой. Спасибо большое. Оп, Женечка, оп, Санёчек. Молодцы. Не, ну, харе. Ну ладно, хватит. Ладно, все, всем приятного, спасибо и хорошего дня. Ну, перчика. Заходит перчик? Надо было милкшейк брать, да? Сейчас молочко закатывает. А ты что? Видеосъемка запрещена или разрешена? Да, разрешена. Общественное место снимать я могу хоть. On your Venus, on your Venus. Короче, вот наши лежачки. Лежим, чилим. Первый пошел. Да. А вот малой едет. Сидит. Это тоже сколько сорвали? Смотри, я понял, что я попросил. Давай быстрее. Ты видел, да? Thank you.
выбрались на краешек земли, так сказать. Пофоткались немножко, сейчас пойдем в заведение. Пришли мы в заведение. Пришли, все съели, было вкусно. Покушали рыбные всякие блюда. Мы взяли себе дораду. Саня взял себе дораду, взяли салатик с мидиями и рапанами. Вон. Немножко есть еще. Очень вкусный. Посмотрите, принесли им баварские колбаски. Что там, три сосиски в холодильнике идет, да? Залетят, как в родную душу. Ну, Жека, ну ваши сосиски три останутся нам. Вот она принесли сосиска. Мороженое жареное. А ну, малой, бля, показывай. Прокали, прокали ложкой, прокали. Нам раскалывается. Ну вот мороженое. Давай, кушай. Она просто панировка. Да он малой, малой. Ой-ой, мне страшно. Смотри, как красиво. Боюсь, сейчас я ложку сломаю. Вы сломаете. О-о-о-о-о. Разошлось. Бля, смотри, какая красивенькая. Минус потенция. Пошел. Что ты сделал? Это красиво получилось. Она очень твердая. Смотри, целое это. Мороженое достал. Вот, смотри, вот так. Саня, ну еще раз покажи. Как раз это панировочка. Вкусное мороженое. Как правильно есть мороженое и как не надо есть мороженое. Последний денечек, можно сказать, такой курортный. Вышли скупаться, а тут, получается, ночью в Одессе был ураган. И у нас, в принципе, ураган, шторм такой. Волны большие, огромные прям максимально. Когда-то, когда я был в Крыму последний раз, вот такие там же волны были. Так классно, на самом деле, что мы попали на такие волны. Я говорил? Саня говорил, а мы ему не верили. Я вчера говорил, что... Хотели морознуть пацана, морознуть хотели. А в итоге покушали арбуз.
покушали креветки большие. А сейчас вот будем собираться. Будем ехать в Одессу и где-то в Одессе чили. Пришли в заведение покушать пирожков. Пироги. И возьми еще какой-то бургер. Какое заведение интересное. Шо вы, насколько вы набрали? 332. Вы по кусочку взяли этого? Я ЖК-1. Тогда понятно. Отдыхаем, приехали в Одессу. Покажи выпечку. Сила. Good more. А, good mood. Это мне на вас другой вагон. Нам выдержим его обратно. Макс только прибежит. Вы чего, сука, я обратно. Отправляем пацанов, вон они идут впереди. Отправляем пацанов. Грустно, что закончился вот. Да. Ну да, но у нас еще вот, у нас пару часов есть, да. Пару часов еще не закончилось. Еще почилим. А у кого-то еще целая неделя есть вообще. Ой, хороший. Да, нет, хороший. Мне пришла денежка, я в принципе могу остаться, но нет. Рой, остаемся, у меня тоже отпуск еще. Лаве есть. А я еще одно заявление. Лаве есть, я сейчас сниму этот. А я еще увольняюсь, отдыхаю. О, все нормально. Увольняемся все, без денег потом будем сидеть, поумираем. Мальчики отдохнули. Можно ехать домой, дальше загорелый работать. Загорелый дядя. Так. Видок. Да? Загорелый? Загорелый. Место 26 и 28. До свидос. До свидули. До свидули, до свидули, до свидули, дули, дули. Да, мы больше не побежим. Все, теперь бы пошли куда-то. Все, пока. Пошли гулять, Катя такая сразу. Ну, Катя молодец. Шух, ну, прицеп поскинули. А, ты записываешь, сорян. Ой, у меня мокрое полотенце. Могу сейчас. Все. Поезд уехал. Приехали на Потемкинскую лестницу. И морской порт. Морской порт. Фотки уже сделали. Фоточки уже... Залиты, и они будут видео уже вставлены. Видео у нас на канале, прямо вот здесь. Прямо вот здесь. 38 кругов намотали, чтобы запарковаться здесь, это ужас какой-то. За 3 секунды пофоткались и ушли. За 3 секунды все отфоткали. Даже с первого раза получились фотографии. Да. Лишь бы ты хотела голая. О! Хотите взять? Кого? Что? Мороженое граммов. Нет. А чего? В гранулах? В гранулах или что? В гранулах? В гранулах. Ага. Ну что, давай. Прикольно. Я первый раз не буду. Будем брать? Давай, ну, давай я одну возьму. Возьму. Тебе какое? Я попробую с мангой. Возьми, вон, возьми. У меня барбарис маршмеллоу было. Можно манго? Можно 50 сейчас баблгам? О, баблгам. Да. Или... Это за 60, да, ведро бить ведерко будет? А ну, Сань, твои эмоции. Что, я попробовал, мне все понравилось. Офигенно. Что, я опять хорошо, что я остановил назад, думаю. А ну? Давай, корми меня. Корми меня себя. Я такого даже его и не слышал. Не слышал тоже. Прикольно. Мы взяли манго и... Барбарис с маршмеллоу. Офигенный, такой кисленький. Спасибо вам, хорошо вечером. Едем назад в курортное. Спасибо этому дому. Пойдем к своему. Вот она, малышка наша. Едем. Уезжаем, все. Спасибо курортному, спасибо. Таким рассветом провожает нас Одесса. Красота.
Поздравляю, выехали мы с Одессы. 400. Пока. До кольцевой дороги на Академии 451 километр. Як ми пасували, всі дивилися на нас і офігівали. Я і Сараньова, пара Роза і Льван. Ми з тобою, моя Сара, пара number one. Я і Сара, кльова пара Роза і Льван. Ми з тобою, моя Сара, пара number one. Твій атмосфер, опила земля, безлючка мала. Просвічується все, так чітко бачу їх. Іменно за то я люблю всіх чобіт. Ха-ха-ха, без Лівчика мала. Не через майку чітко видно два круга. Ха-ха-ха, а кльова та мала. Якої час іде маршрутка, як велика собача будка. Де б мене був, не забуду дім. Все ж закрити мене, як бігуді. Закритими очима знайду, де мій твір. Бо де б не був, не забуду дім. Де б не був, не забуду дім. Все ж закрити мене, як бігуді. Я закритими очима знайду, де мій твір. Бо де б не був, не забуду дім. И никак иначе на примере вот табун скачет. Пишет опять сердец одно биение. Это Киев, мать его. Берем повсюду панику. Наглянет гада гром. Либо ты сам, либо ты с нами. Стаю музыки, ядерный взрыв. Больше витовка настроен. Раз и навсегда запомни. Столь не встречать стоя. Киев, Киев, Киев. Это мой город. Киев, Киев, Киев. Я свою душу тебе отдаю. Киев. Киев, Киев. И пока я молод, Киев, Киев, Киев. Я за свой город всегда постою. Можно развернуться сразу? Да, да, я сразу встану так. Идем вблизи свободы, я дышу. Люди собрав все чемоданы, улетят как птицы. Я настрой позатерял.